Всем привет, друзья! Вы на канале Ушастик Кидс. Сегодня у нас город героев против бег за золотом. Так, кто же у нас будет собирать золото? Может быть, Хэнк или эльф Анжела? А давайте-ка мы выберем спецагента Тома. Вот он, смотрите, какой крутой Том. Спецагент против супергероя кошечки Анжелы. Выбираем нашу кошечку. Кстати, можем немножко прокачать наших кошечек. Открываем, посмотрим, что же нам попадется в наших бонусных сундучках. Так, может быть, костюм супергероя нам удастся собрать до конца. Ускорение, отлично. Еще одну коробочку. Так, здесь снова у нас очки и ускорение. А давайте-ка попробуем открыть вот эту коробку. Может быть, в ней нам достанется недостающая часть от костюма Анжелы. Так, Том открывает еще один сейф, а мы открываем вот такую коробочку для супергероев. Нам не хватает всего лишь одной части. Ой, смотрите-ка, наш суперкот уже отправился собирать золото. Так, ну а в сегодняшнем соревновании победит тот, кто насобирает больше всего очков. Супер Анжела против супер Тома, а точнее агента Тома. Так, Анжела у нас тоже собирает монетки. Ловит енотиков еще к тому же. Вот такая у нее целая армия енотов с вантусами. Еще есть еноты летающие. Вот он. Опа, поймали его. Смотрите, а тут вообще не забаррикадировались. Сейчас мы их стену всю проломим. Так, отлично. Еще один енотик с вантусом. Вот тебе енотище. Опа, еще одного поймали. Отлично. Сейчас наша суперкошка телепортируется. А наш спецагент одел защитный шлем. Ну вот, он почти уже перестал действовать, и ему не пригодился. А Анжела уже поймала 15 енотов. И смотрите, какого огромного она поймает сейчас. Вот тебе! Супергерои защищают город от воришек-енотиков. Они просто его заполонили. Смотрите, сколько их много. Вот такие маленькие злюки-воришки. Так, ух ты, да тут целая армия. Уже 22 енотика поймала Анжела. А тем временем наш спецагент Том уже заработал 180 тысяч очков и насобирал 1000 слитков золота. Да, Анжеле, я не знаю, до него совсем далеко. Сможет ли она обогнать нашего супер Тома? Кстати, а за кого вы сегодня болеете? Напишите в комментариях. Если за агента Анжелу, пишем двоечку. Ну а если за супер котика Тома, нашего пушистика Тома, тогда напишите цифру 4. В общем, посмотрим, за кого болеют наши подписчики. Чего больше будет, четверочек или двоечек? Двоечка за Анжелу, четверка за Томом. Вот тебе! Вот тебе! Ух ты! Анжела победила почти всех енотиков. Вау, супер удар! Смотрите, что умеет делать супергерой. Вот это да! Вот это сила! Да, такого бонуса в игре Том за золотом мы не найдем. Так, ну а зато супергерои не умеют летать на самолетике. А вот наш суперагент как раз летает и собирает там целую гору золота. Только посмотрите, сколько много у него золота. А еще у него уже почти 400 тысяч очков. Ого-го, он так сильно опережает нашу Анжелу, спецагента. Ой, супер Анжелу. Все время путаю, эти спецагенты, супергерои. Какая у нас команда? Так, давай. Вот он, летающий енот. Попробуй его сбить. Отлично, еще один летающий енот пойман. Да, Анжела уже очистила весь город почти от енотиков. Сейчас мы разобьем с ней вот эти баррикады. На них целая гора енотиков. Вот вам. Так, еще енот. И Анжела только всего насобирала 540 слитков золота. А вот у котика Тома уже 2300. Ничего себе! Тому придется сразиться с боссом енотов. Вот он, на такой машине кидает в него бочками. Коробками деревянными и бочками. Так, вот тебе, енотище. Интересно, сразится ли наш спецагент Анжела с боссом енотиком? Так, и еще баночка с золотом. Отлично. Вот тебе, енотище. Еще одного поймали. Давай по крышам, тут их много, Анжела. Вот только золота маловато, и очки медленнее набираются. Надо побольше открыть коробочек с бонусами, сундучков. Тогда у нас будет больше ускорения. И снова телепорт. Смотрите, какой классный, так здорово. Намного прикольнее, чем в Томе за золотом. А в Томе за золотом обычно у нас переходики, помните? 500 слитков золота получил агент Том. И пока он на первом месте, друзья, обгоняет.
Кстати, в сегодняшнем видео передам много-много приветиков для моих любимых подписчиков. Хочешь тоже получить привет и попасть в видео на канале Ушасти Kids? Тогда обязательно подпишись на канал и в комментариях напиши свое имя и фамилию. И получишь приветик в одном из новых роликов на нашем канале. Так, ого, скоро Анжела уже будет 100 енотиков. Анжела взяла магнитик. Но у нашего и двойные слитки, кстати. А у нашего спецагента тоже двойные слитки. Вот такие бонусы, похожие у нас в играх. Опа, был щит. Щит для супергероев, но мы его пропустили. У супергероев это щит, ну а в томе за золотом это защитный шлем. Опа, какой огромный енот. Мы его разбомбили. Вот так. Но агент Анжела по-прежнему на втором месте. Да, как бы я хотела, чтобы кошечка выиграла, потому что сегодня я болею за Анжелу. Анжела мне нравится больше, чем котик Том. Это мой любимый персонаж в игре «Том за золотом». В городе героев мне больше всего нравится супер-кошечка Анжела. А в «Томе за золотом» принцесса Анжела. Напишите, какие любимые персонажи у вас в игре. Очень интересно. Что же, кого же любят мои подписчики? Куда мы летим? На крышу? Ну давай! Вау, какой здесь огромный енот! Придется его вот тебе разбомбить. Так, супер прыжок, и мы на соседней крыше. Настоящая супер кошка. Вы видели, как она высоко прыгает? И совсем не боится такой высоты. Ой, ой-ой-ой! Так, но наш спецагент все равно самый крутой. Пока он обгоняет нашу кошечку Анжелу. Смотрите, сколько тут у нее опасностей. Ну вот, врезалась. Придется срочно ее спасти. Так, прыгает на соседнюю крышу. И у Анжелы уже 122 енотика. Ух ты, как здесь опасно. Столько препятствий. Ого, смотрите, куда отправился спецагент Том. Он в самом холодном уровне. Кстати, друзья, а вы уже подписались на мой новый канал «Волшебный сундучок». Кто не успел, обязательно заходите и подписывайтесь. Буду рада новым подписчикам на своем новом канале. Кстати, там новая игра про Тома и Анжелу «Всплеск силы». Много новых героев мы в ней уже открыли. Обязательно посмотрите, кто не успел посмотреть. И, конечно, мы будем с вами испытывать антистресс. Поиграем с котиком Бубу и что-нибудь приготовим. Заходите на мой новый канал «Волшебный сундучок». Ух ты, какой классный уровень! У-у-у, супер кошечки Анжелы, смотрите, как опасно! Какие прикольные драконы, очень-очень высоко! Как бы не свалиться! Ура, по-моему... Нет, мы еще не прошли, тут еще много дракончиков! Так, давай-давай! Анжела насобирала 350 тысяч очков! Ну а наш котик Том уже насобирал 1 300 000! Представляете, какой он шустрый! Да... Супергероям далеко до котиков из Тома за золотом. Да, ребята, вот какая игра вам нравится больше всего? Ну, мне понравилась и та, и та. Но, наверное, самая привычная, самая любимая – это Том за золотом. Она пока самая любимая. Опа! Еще енотище. Хватай его, Анжела. Да тут прям их целая гора. А наш спецагент взял 2 бонуса. У него двойные слитки и двойные очки. Да, как же догнать этого спецагента, друзья? Я не представляю. Опа! Когда мы делаем суперпрыжок, сразу нескольких енотиков можем поймать. 1 500 000 очков! Ничего себе у нашего кота! Так, ну а мы снова поднялись на крышу и упали с нее. Придется спасти нашу кошечку. Хорошо, что у нас есть карточки. Карточки дают нам возможность спасать наших котиков. Ух ты, дракончики прям летают. Какая скорость, я еле успеваю прыгать. Так, ух ты, Том пересел на вагонетку. Так, на вагонетке-то он точно у нас обгонит. Она-то едет быстро, и очки он собирает намного быстрее. Ладно, зато у нас на крыше очень много мешочков с золотом. Опа, а золото нам очень нужно, ведь нам еще нужно будет обновлять игру и достроить город супергероев. Открыть новых пушистиков. Опа! Еще золото. Спускаемся вниз. Что же там? О, здесь как всегда. Двойные слитки золота и щит. Бери его скорее, Анжела. Смотри, как быстро едет Том. Да, что-то пока мы его догнать не можем. Цифра 4. Кто сегодня болеет за котика Тома, друзья, обязательно, обязательно поддержите своего любимого пушистика. И в конце ролика напишите, за кого вы болели.
За Анжелу или за Тома, мои дорогие? Вот тебе! Еще один сундук взяли. Ай, Анжела врезалась в светофор. Кстати, он одновременно мигал всеми цветами. И как по нему переходить? Эй, ребятки, ваш светофор явно не исправен. Ну вот, смотрите, Том все-таки выиграл. Он обыграл нашу суперкошку. Ничего себе, 1 800 000 очков и 11 тысяч слитков золота. Зато наша Анжела, смотрите, сколько насобирала енотов. И теперь может открыть парочку сундучков. Вот такие сундучки. Ну а я начну передавать приветики. Первый привет у нас сегодня получает Ксения Тильная и Маргарита Полтавченко. Две подружки получают огромный привет. Карина Кислицына ловит приветик также. Наташенька Привиденко ловит привет. А также привет получает Маша Тукмачева. Асел Есентай, Вероника Шишилина получает приветик. Привет получает Ксюшенька Федорец, Никита Ермоленко. Ух ты, мы собрали костюм для Анжелы. Привет получает София Абдулаева, а также приветик летит для Малики, Амана. Большой-большой привет вам, друзья. Полина Брюханчикова получает приветик. Полина Кучкарова, Анфиса Березина и Айжан. Привет летит для Матвея Воскобойникова. Ника Камынина получает большой привет. Семен Укола, Варя Кузнецова ловит приветик. Даша Таргонская, Ксюша Фролова, Соня Белозерова и Риана Мазитова. Также приветик у меня есть для Дарины Макаровой, Вики Герасимовой, Ангелины и Кристины Дроздовым. Большой привет двум сестренкам. Арины Крыловой, Даши Павленко, Лены Кошачевой, Насти Кутишенко, Миланы Балдиной, Полины Чвановой, большой приветик, Насте Русецкой, Алсу Кунафиной, Софии Миколаевиной, Миланы Киси, большой привет, Дианы Котик, Софии Ефремова, Ульяна Гончарова, Алина Быкова, 2-й В-класс школы номер 21. Огромный привет вам, друзья! Ольга и Максим Морозовы тоже получают привет от наших супергероев. Друзья, если понравилась эта серия, обязательно ставьте ваш лайк, мне будет очень-очень приятно. И, конечно, подписывайтесь на канал Ушастый Kids. Ну а мы увидимся вечером в новой серии на нашем канале. Всем пока-пока!